Всем привет! Сегодня у нас три вот таких небольших посылочки. Сейчас мы их распакуем и посмотрим, что у нас внутри. Ух ты! Это планшет, который уже был у нас 4,4 дюйма, а это уже 8,5. Мне он очень понравился, и я его купил вместо блокнота, использования блокнотом. Далее, что это у нас такое? Это вот такая вот лампочка с сенсором. То есть я взял ее себе в коридоре для того, чтобы... У меня сейчас там висит светильник Xiaomi, и решил, что еще будет вот такая вот полезная штука у меня работать там. И последнее, я не знаю, что это такое. Сейчас будем... это фото Lightbox. Lightbox для того, чтобы можно было фотографировать, делать хорошие фотографии освещенные. Сейчас я тут озадачился немного улучшением качества. Вот такая у меня сейчас скатерть. Ну, над этим мы еще работаем. Наверное, поменяем на более светлый фон. Вот. Но для того, чтобы улучшить качество своих видео обзоров, распаковок, я немножко озаботился об этом и купил некоторые товары. Некоторые идут еще, некоторые будут. Но я надеюсь, что в ближайшее время вы оцените, что качество действительно должно стать немножко лучше. Вот. И над звуком буду работать, над всем. Ну, давайте сначала посмотрим на это. Идет у нас, получается, два провода USB. Питается он будет от USB, я так понимаю. Это пластиковый пятачок такой. Micro-USB, background, что-то там. И инструкция, как его сложить. Вот так это вот. Далее. И вот это фоны. Для того, чтобы можно было фотографировать на разных фонах, я так понимаю. И сама коробочка. Коробочка небольшая. Ссылка будет в описании. И вот здесь получается, вот тут и тут у нас диодные такие ленты. И они на такой жестком подставке. Ладно, давайте попробуем собрать его. Крепится он на заклепочке. Вот так он выглядит теперь. Вот здесь вставляется камера, я так понимаю, и можно фотографировать. Такого небольшого размера. Есть форматы побольше. Вот здесь еще это для крепления, я так понимаю, вот этих вот площадок. Ну, давайте какой-нибудь цвет попробуем и сфотографируем что-нибудь. Вот, в собранном состоянии выглядит вот так. Вот здесь вот немножко оно выгибается. Но, я так понимаю, это специально здесь сделано для того, чтобы можно было настроить угол подсветки. Вот. Потому что здесь тоже козырек можно гнуть. Загнуть внутрь или выровнять. И так далее. Ну, немножко оно все вот так, пластик еще не выровнялся. Выглядит вот так. Ну, давайте попробуем что-нибудь, подсветку включить, что ли. Комплектные провода, ну, неважного, я бы сказал, качества. Вот эта вот коробочка была расколота у одного. Сейчас я ее просто придавил, чтобы не разлезлась. Но они такие очень простенькие. Ну, и комплектные провода, скорее всего, нужно будет заменить. Ну, сейчас попробуем. Вот так получилось, какого-то включателя-выключателя нет, то есть работает от USB, сразу вставили USB и оно сразу заработало. И вот теперь можно посмотреть, как оно выглядит внутри. Вот такой вот небольшой бокс. Ну и давайте сфотографируем кубик Рубика и посмотрим, какая получится фотография. Действительно, получаются прикольные фотографии. Мне эта штука нравится. Она небольшая. И вот, ну, она немножко
пошатывается. То есть, когда мы установим телефон, вот, ну, если использовать без треноги, допустим, а через это отверстие просто его ложить и фотографировать через него. Немножко пошатывается, поэтому нужно придерживать, чтобы оно не балансировало. То есть, не хватает жесткости. В остальном я очень доволен. Ну, классная вещь. И что? И прикольные фотки получаются. Вот, ну что, поехали дальше. Итак, это вот закрывает у нас заглушечка, вот закрывает это отверстие, я так понимаю, для того, чтобы свет не рассеивался там, или если фотографировать так. Вот, идем, имеем несколько вот таких вот подстилочек, подложечек, для того, чтобы внутри их размещать. Ну и имеем удобную сумочку для того, чтобы можно было эту всю конструкцию складывать и где-то хранить, таскать с собой. Вот, USB-шечки были в таких вот фантиках. Поехали дальше. Итак, планшет открываем. 4-дюймовый мне очень понравился. Отдал его ребенку. Он учим буквы с ним, там рисуем. Вот, а себе взял побольше. Вот так выглядит он. Так. Тут ошибочку сделал. Вот, единственный минус, по моему мнению, это то, что нельзя отменить шаг и нужно будет перерисовывать. Вот в этом случае, вот как я здесь допустил ошибку, перерисовывать полностью. Но зато можно писать, чертить таблички, графики, свои идеи и так далее. Знаете, бывает, люди чертят, я часто на работе писал там важное задание, которое нужно сделать за день. Вот, какие-то там показатели фиксировал и так далее. И эта информация мне в конце дня уже была не нужна. В конце дня берем, нажимаем очистить и все. Вот такая вот записнуха. Давайте очистим и нарисуем. Вот как-то так получилось. Ну, отличная штука. Мне очень она нравится. Так, как его здесь фиксировать? Этот, он норовит упасть внутрь все время. И нужно приловчиться, чтобы его правильно сюда вложить. Вот такая вот вещь. Отличная вообще. Мне очень нравится. Я купил две штуки. Один своей жене на работу, второй себе на работу. Ну, просто бомба вообще. Вот мы очищаем легким движением. Единственное, что на большом мне советовали сильно не нажимать, то есть сильно не давить. На маленьком не остается никаких отпечатков, а на большом, если сильно давить, остаются белые полосы. Вот у меня здесь уже одна есть. Вот, убрали. А нет, убралась. То есть, ну, как-то так. Вот, поехали дальше. Откладываем. Ну и приступим, давайте посмотрим лампочку. Коридор часто ты проходишь для того, чтобы каждый раз не включать свет, потому что бывает включил свет, глянул куда идти, выключил свет и идешь. И вот чтобы не спотыкаться, иногда там не успел глянуть, выключил автоматизме и воткнулся во что-нибудь коленкой. Для того, чтобы таких ситуаций не было, решил вот такую вот попробовать купить лампочку. У меня Xiaomi-шная есть лампочка. Сейчас в коридоре там срабатывает у меня на движение лампочка Xiaomi-шная, подсветка на движение, которая, если нету света, это включается. Ну, все отлично работает, но я решил еще вот такую попробовать. Может, такая еще будет интересная. А Xiaomi-шную еще можно где-то ее будет переместить, применить. Сейчас я все это покажу. Итак, вот так сейчас работает у меня, когда мы проходим мимо, загорается светильничек Xiaomi-шный. Вот, так он висит здесь, и когда проходишь мимо, он загорелся, ты ушел, он потух. Достаточно он так освещает тускло, это минимальное, на минимальных включен мощность для того, чтобы было достаточно, чтобы пройти, но не сильно быстро садились батарейки.
Итак, тестируем. Вкрутил ее, включил, он потух, и только я появился, он сразу включился, а этот не работает. Ну и давайте с другой стороны попробуем. Итак, лампочка потухла, тухнет она где-то через 30 секунд, пошлите. Сработали оба, и Xiaomi-шная лампочка, и сработала эта лампочка. Замечу, что сразу, когда я ее вкрутил, она издавала такой звук, как будто работает трансформатор. Но сейчас этот звук исчез, и вроде бы все нормально работает. Ну, давайте попробую выключить. Нет, все же есть звук, такой небольшой гудение, такое как будто, ну, как работает трансформатор, и только тише, то есть мини-трансформатор внутри. Вот, ну и получается, вот эту лампочку уже можно снимать, она к нам теперь ни к чему. В коридоре мы проходим, включилась лампа, нам осветила, светит очень ярко, все отлично видно, просто, ну, классно светит, освещает полностью хорошо комнату. Вот, и пока мы здесь двигаемся, она работает. Как только мы отсюда ушли, она через несколько секунд сама потухла. Это здесь пока еще повисит немножко, а потом я ее куда-нибудь Xiaomi-шную определю. Ну а здесь будет работать это. Да, шум небольшой трансформатора есть, но он не такой, чтобы сильно раздражал. Плюс, когда она тухнет, этого звука вообще нету. На этом у меня все. Ставьте вот такую вот штучку, там найдите под видео, вот такой вот палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч и удачных покупок!